Бывший каталонский лидер Карлос Пучдемон проведет пасхальные праздники за решеткой. Поддержать его в Германию приехало немало каталонцев, привезли с собой и передачи. Правда, администрация тюрьмы не позволила отдать их заключенному. Елена Абрамович продолжит. Кто-то воспользовался авиарейсами, кто-то провел 17 часов за рулем. В Германию, в Неумюнстер, поддержать в заключении Карлоса Пучдемона на Пасху приехали 30 человек. Шоколадные яйца и другие сладости передать бывшему президенту не разрешили. Впрочем, не это было главной целью визита. Мы хотим, чтобы его отпустили, потому что это несправедливо. Нам нравится наш президент, мы хотим, чтобы он был с нами. Это касается и других политиков, которые находятся в тюрьме Испании. Мы хотим, чтобы их отпустили, ведь мы их избрали. Власти Германии должны вмешаться, потому что это вопрос демократии. Испании нельзя позволять действовать так, как сейчас. В пикете приняли участие и немцы. Представитель ультралевой организации принес символическую коробку с фотографией Пучдемона внутри. Эта коробка как символ человека в заперти. Это капитуляция человечества. Никого нельзя держать в изоляции. Ни людей, ни животных. Он полагается на поддержку со стороны, поэтому мы и хотим послать ему новое сообщение. Пикетом у тюрьмы активисты не ограничились. В воскресенье около 200 человек вышли на демонстрацию в Берлине возле Бранденбургских ворот с тем же требованием освободить Пучдемона. Ранее немецкий суд решил, что бывший глава Каталонии останется в тюрьме, пока не будет принято решение о его возможной экстрадиции в Испании. Тем временем в Шотландии собрали рекордную сумму для экс-министра Каталонии Карлы Пансати. Ранее она добровольно сдалась полиции в Эдинбурге и ее отпустили под залог. Адвокат Пансати запустил онлайн-кампанию, чтобы помочь подзащитной. И за 18 часов ему удалось собрать 200 тысяч фунтов. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».